как из резидентуры советской разведки в Лондоне попасть на вершину знаменитого списка Forbes, раскрыть тайны закулисы мировой офшорной олигархии и найти украденные триллионы долларов, стать объектом покушений и рейдерских наездов, оказаться на скамье подсудимых за драку в телеэфире. Детективная история жизни Александра Лебедева в книге «Охота на банкира». По оценкам международных мониторинговых организаций, сейчас в бассейне грязных денег находится более 60 триллионов долларов, что сопоставимо с годовым ВВП планеты. Мы должны вернуть эти деньги. Это наш фонд национального благосостояния. Сенсационные откровения антиолигарха из списка Forbes. «Охота на банкира». Книга Александра Лебедева о коррупционных скандалах, крупнейших аферах и заказных убийствах.